Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня мы с вами приготовим бананы в карамели. Нам понадобятся такие ингредиенты. Пшеничная мука 100 грамм, бананы 2 штуки, сахар 2 чайные ложки, куриное яйцо 1 штука, кунжутные семечки 1 чайная ложка, шоколадный соус 10 мл, растительное масло 50 мл, клюквенный соус 5 мл, разрыхлитель 3 грамма, апельсиновый сок 50 мл. Бананы даже иногда рекомендуют съедать за пару часов до сна при бессоннице, если нет противопоказаний. А благодаря триптофану, повышающему настроение, высока вероятность увидеть только приятные сны. Бананы улучшают пищеварение. Бананы снижают риск инфаркта и инсульта. Сделаем кляр. Для этого нам сок нужно соединить с желтком, помешивая. Всыпать туда муку и разрыхлитель. И хорошо это все размешать. Аккуратно ввести взбитый яичный белок. Мы очищаем бананы, нарезаем кусочками длиной 1,5-2 см. Слегка обжарить кунжут. Обмакиваем в кляре и обжариваем в большом количестве растительного масла. Вынимаем бананы и даем стечь лишнему жиру. Потом мы карамелизируем сахар на сковороде с маслом. Всыпаем туда кунжут. В карамельную смесь вылаживаем бананы. Хорошенько перемешиваем, чтобы карамель равномерно покрыла бананы. Затем бананы по одному аккуратно вылавливаем вилкой или силиконовой лопаткой. Окунаем в ледяную воду и сразу же на тарелку. Так как карамель очень горячая, нужно быть очень осторожным, перемешивая бананы, и не держать подолгу в воде, иначе карамель растворится. Бананы очень полезны для человеческого организма. Они быстро выводят лишнюю жидкость, снижая тем самым артериальное давление, а также уменьшая отечность. Эти желтые фрукты – настоящий кладезь витаминов и необходимых микроэлементов. Витамины группы В, В1, В2, В6 благотворно влияют на нервную систему, пищеварительную, сердечно-сосудистую, поэтому бананы улучшают настроение.